Там все, пацаны, короче, забрал все запчасти. Еще надо будет приехать. Еще надо будет, пацаны, заказывать мне кое-какие мелочи. Сегодня жарище вообще. Вообще трешняк. Сегодня ветрище еще такая, прям жаркое ветрище, пацаны. Вот реально лето пришло, вот реально, прям смотрите на флаги, как они, как развиваются. Вообще. Братуха, понравилось видео, подпишись на канал и поставь лайкос, я тебя не забуду, большое спасибо. Нормальный такой груз, пацаны. Чё там у меня, шрус? Ну вот эта вот граната, которая, привод колеса. Сколько там весит, блин, плюс еще всякие мелочи. Вот. Ну, на Емиксе заказывать выгодно, любые запчасти. Даже можно заказывать на Мотике какие-то мелочи. Ну, не то, что мелочи, ну, например, колодки, вот, звездочки. Звезды вот я заказывал. Значит, насчет вот накладок на тормоза не знаю. Не смотрел. Но вот звездочки, да, заказывал. GT там, AFAM всякие есть. Вот сейчас он на дальничок куда-нибудь будет жахнуть, а? На мотоцикле вот именно. Ну, вообще кайф. Просто по трассе катить вообще кайф. Жарко. Ну, по трассе уже не жарко, но прям чувствуется, что лето, лето. Да, конечно, лето, уже почти июнь месяц, пацаны. Движуха прям вообще прет. Сегодня у нас пятничный вечер, да? Все спешат уехать в Дерибасик на дачу отдыхать. Пивко попивать. Да рыбку кусать. А вечером банька и девочки. Танцы. И ха-ха, посиделочки. Нормально, да я жахнул. Охренеть, вот это ветроган прям. Не знаю, вам, наверное, не передается. Блин, что мне нравится, вот литруха тормозит, прям тормозит двигателем, вообще ништяк. Даже можно, блин, не нажимать на ручку тормоза, просто скинуть газ и, блин, вот именно литруха, она останавливается моментом. Скорость скидывает. Шестисотки, которые уже крутятся на этой скорости, почти в красной зоне, вот. Ну не почти, но больше 10-12 тысяч. Их остановить как бы трудно, а у меня всего лишь 7 тысяч или сколько там было? 6500. Вот это вот что по кайфу, что мне нравится, по кайфу. По кайфу, ребята, по кайфу. Кипаса, по кайфу! Кипаса!
кайфу, да, пацаны? Вообще, по кайфу, кайф, каждому кайф, от меня по кайфу. Все, ребят. Вот это ветрище! А, вообще по кайфу, пацаны! Вот это кураж! Я люблю вот так вот покуражиться, да? Там не... Как бы не по алкоголю, там не по чему, а вот так вот покуражиться, вот именно вот так вот. Это вообще самое золотое чувство. Постоянно топить тоже неохота. Блин. Все, у меня, короче, весь визор у меня в мошках. Жестко, жестко.